Евангелие Матфея, 18 глава, 18 стих. The book of Matthew, chapter 18, verse 18. Истинно, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Истинно, истинно также говорю вам. Again I say to you, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего не попросите, будет вам от Отца моего небесного. That if two of you agree on earth about anything they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. Вы можете представить, какую вообще Бог нам дал ответственность? Can you imagine for yourselves the responsibility God has given to us? Ну, первая ответственность — ходить в церковь. Well, the first responsibility to go to church. Ну, я же в церковь уже хожу. Я же верующий. I mean, I go to church, I'm a Christian. Вот это вот ответственность. What a responsibility. А если я не приду в церковь, что будет? What if I don't go to church? What'll happen? Если у меня хождение в церковь самая большая ответственность, то если я и не приду в церковь, абсолютно ничего не будет. Буду я там или не буду, ничего не произойдет. If my biggest responsibility is to come to church, if I don't come, if I don't show up, nothing, it's not going to make any difference. 18 стих, если вы со мной, у вас есть ваши Библии? If you have your Bibles with you, please follow along. 18 стих, смотрите, там есть две серьезные ответственности. In the 18th verse, it shows us the two incredible responsibilities. Что вы свяжете на земле? What you bind on earth. Что мы связываем? What do we bind? Ну, веревки на ботинках. Well, we, you know, we tie our shoes, we bind our shoes. Ну, что еще? Ну, макароны в тарелке. Макароны в тарелке. Maybe your noodles in your plate, your cup of noodle. И Бог в этом сразу там копирует нас. And then, of course, it says what we do on earth is done in heaven, so God's doing the same. И один как-то человек сказал, говорит, слава Богу, что мы ничего не развязывали, не завязывали, потому что мы такого уже бы здесь напутали на земле. And somebody once said, good thing we're not tying or untying anything, otherwise we would have made such a mess already. Когда мы относимся к вере в Бога как к религии, when we come and we look at faith in God as a religion, естественно, мы видим только какие-то видимые вещи, что мы хотели бы сделать. We only see some visible things that we would like to do. Ну да, надо построить красивое помещение. And of course, you know, we have to build good-looking buildings. Зачем? Why? Для того, чтобы доходить. So that we can go there. Ну хорошо, походили немножко, оно начинает быть уже не совсем свежим. Okay, well, you know, we've gone there for a while, and now it's not so new. Хорошо, надо его немножко, ну, сделать мейкап. Well, you got to do a little bit of remodel, a little bit of makeup. Но сейчас, например, вот праздник, надо елки поставить. And you know, it's the holidays, so we got to put up the Christmas trees. Но это неплохое дело, я не против. It's not bad. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, что мы связываем для Бога или во имя Бога, когда вот мы только это делаем? But what do we bind for God or in God's name when we do these things? Ну надо убрать вокруг помещения. Well, we have to clean up around the church. А что, еще можно жить, чтобы не убирать? Well, what, we can live without cleaning or what? Тогда вы представляете, как мы закидываемся? На кого вообще мы будем похожи? Of course we have to clean. If we don't clean, it's going to be a pile of mess. Тем более, если мы верим в Бога, Бога идеального порядка и дисциплины. And of course, and we serve a God who is a God of discipline and of order. То может ли у Бога или у Божьих детей быть что-нибудь разбросанное? So can God or His children have something that's messy? Тогда о чем говорит Библия? Что Бог поручил нам развязывать? So what is the Bible talking about? What does God want us to bind or tie or untie? Да, если бы сейчас мы спросили кого-нибудь из психологов, что значит развязывать с людьми какие-то вопросы. And if we ask a psychologist what it means to bind or unbind something with people. Да, он бы нам ответил многое. Семейные проблемы. He would explain a lot of things to us. There's, you know, family issues, отношения между там родственниками, relationships between your relatives. Но Библия нам говорит последние стихи Ветхого Завета. But some of the last verses in the Old Testament tell us, что когда придет от Бога время, то этот человек соединит сердца людей с отцами их.
So it says when this man comes, he will bring the hearts of the fathers back to the sons and the sons back to the fathers. Вообще это идет речь об Иоанне Крестителе. And this talks about John the Baptist. Ну хорошо, это уже прошло. And so this already passed. Иисус Христос пришел на эту землю. And Jesus Christ has come to this earth. Оставил славу неба, хоры ангелов. He has left the glory of heaven, the angels. Показал, как надо жить. He has shown us how to live. Проявил свою силу, свою власть. Has shown his power and his might. И вот он же нам говорит. And so he tells us. Что вы свяжете здесь на земле? What you bind here on earth. То будет связано на небе. Shall be bound in heaven. Для того, чтобы больше вообще понять этот стих. I think so that we understand it more. Вообще, надо будет прочитать немножко выше, вообще или 18 главу. Understanding the 18th verse, you kind of have to, you know, get the whole reference, the entire chapter. Мы не изучаем сейчас всей этой главы. We're not studying the entire chapter right now. Но дело в том, что Бог поручил для верующих людей что-то на земле связывать. But God has given a responsibility for the Christians on earth to bind something. Ну давайте скажем, когда человек, ну, распоясный или мы называем развязанный. And let's say if a man is loosed or he's a loose person, Бог говорит, да, приведи его в порядок. Then the Bible says, yes, bring him into order, bring him into discipline. Научи его, чтобы он даже свои туфли правильно ставил на свое место. Teach him so that he would at least, you know how to put his shoes in the right place. Я вообще думал, откуда появилась мода прийти в одном ботинке, в другом сандале. And I was thinking, where does that fashion come from when you're wearing a boot and you're wearing a sandal? Ну, может, не совсем сейчас это уже там модно, удобно ходить, потому что одно выше, другое ниже. Maybe it's not so comfortable because one is taller, one is shorter. Ну, а один красный, а другой черный носок, это вообще сейчас очень модно. But one black sock, one red sock is totally normal today. Ну, я могу подумать, что, ну, извините, один потерял, но слава богу, хоть вот как раз с двух пар один сложил. Экономные люди. I think that one person just lost the other sock and then just found two, and that kind of fit, and there you go. And now he's an economical person, saving money. Иногда могу спросить таких людей, почему у тебя там разные носки? And when I can ask somebody, why are your socks different? Oh, так модно. Oh, that's cool today. А мне кажется, что просто-напросто человеку было или все равно, или ну что попало, натянул на себя, пошел. I just feel like the person was either being lazy or just found whatever was lying around. Давайте мы не будем в этом этих мелочах долго ходить. Won't get into details. Но Библия все-таки говорит о духовных вещах. But the Bible is telling us about spiritual things. Библия говорит о том, чтобы отношения были нормальные, здоровые, правильные. The Bible is telling us that our relationships will be wholesome, will be correct. И самое вы хорошо знаете, как вообще трудно построить правильные отношения среди людей. And we know that it can be difficult to build relationships with people. Сегодня Константин говорил о примирении. And Constantine was talking about reconciliation today. И вот как договориться прийти все-таки в точку примирения? And how do we agree and come to a point of agreement? В чем-то надо себя связать. In some things we have to bind ourselves, humble ourselves. В чем-то надо себя открыть, развязать. In some things we have to loose ourselves, we have to open up. И не просто, ну давай договоримся, ну давай подвинься, ты чуть-чуть, я чуть-чуть. Well, let's not just find, I'll move a little, you move a little. Ну давай как-то, ну так, будем поместимся на одной сидушке, главное, чтобы не слететь. And we'll be on this one bench as long as both of us don't fall off. Но все-таки Библия говорит намного о более серьезных вещах. But the Bible tells us about much more deeper and serious things. Бог дал право церкви наступать на всякую вражью силу. God gave the church authority to have power over all darkness. Бог дал церкви право повелевать нечистым духам или болезням, чтобы они уходили. God gave the church the right to command evil spirits and then they flee. И поэтому Бог говорит: развязывайте. And so God says, loosen it. Выпускайте людей, измученных на свободу. Let the people who are bound, let them out into freedom. Под болезнью, под гнетом каких-то проблем. Сделайте их свободными. The people that are being held by sickness and darkness, loosen them so that they may be free. Помните Луки 4 глава, 18 стих? Remember Luke chapter 4, verse 18. После того, как Христос вышел из пустыни, Once Jesus came out of the desert, в прошлом воскресенье мы говорили о нем. Last Sunday we talked about this. Его Дух Божий повел в пустыню, the Holy Spirit led him into the wilderness, чтобы он был победителем, so that he may become a victor. И когда дьявол его искушал, and when the devil was tempting him,
Он ему сказал: "Слушай, иди". And he, уйди. Jesus told him, "Just go". Get out of here. Пока я тебе не это самое. Но у него было свое время. But he had his own time. Иисус Христос знал прекрасно свое время. Jesus knew his time very well. Он самый лучший пример организации свободы и победы. He is the best example of freedom and victory. И когда Иисус Христос выходит из пустыни, and when Jesus comes out of the wilderness, out of the desert, Библия говорит, что у него его дух был сильный. And the Bible says that his spirit, his soul, his inner man was strong. И после этого он говорит 18 стих. And after this was the 18th verse. Я пришел отпустить измученных на свободу. I have come to release the bound. I have come Я to give пришел freedom разорвать to the bound. Цепи. I've come to break the chains. Какие цепи? Which chains? Сегодня у людей очень много хороших идей. People have a lot of really good ideas today. Но вот сделать это не получается. But to bring those ideas to fruition. Цепи лени. It's the chains of laziness. Цепи греха. The chains of sin. Мелочности. The minuscule things. Зависти. The jealousy. И много-много вот таких вот мелочевок, они настолько сегодня связывают людей. And those small little things that bind the people. Человек хотел бы подняться. The person wants to get up. Но не хватает силы. There's just not enough strength. Я мог бы, если бы не он. I would be able to, if it wasn't for him. Он виноват. It's his fault. В чем? In what? В том, что я не прав. In the fact that I'm wrong. Вы знаете, как тренируют слонов? Do you know how they train elephants? Когда слон маленький появляется в мир, when a baby elephant is born, его тренируют. They train him. Его за заднюю лапу его привязывают к большому столбу веревкой, и этот слон ходит только на расстоянии веревки. They tie his rear foot to a stump, and then he can only walk at the distance of the rope. И его дразнят. And they tease him. И вот как только хочет бежать, наступать на кого-то, и эта веревка его хоп, Петром остановила. As soon as he wants to run at somebody, he gets caught by the rope, and then he can't run any further. Когда проходит какое-то время этих таких тренировок, as time goes on and they train him like this, этого слона отвязывают. They loosen the elephant. И привязывают маленькую тоненькую ниточку. And they tie a very thin small rope. Самое главное, чтобы он хоть чуть-чуть ее чувствовал. As long as he can barely feel it. Естественно, этот слон уже вырос. У него уже, скажем, намного больше силы, как было когда-то раньше. Of course, the elephant has grown and now he has much more strength than he used to. Он легко бы разорвал эту ниточку. He could easily rip the rope. Но он натренирован быть привязанным. But he's trained to be tied. Наши привычки, our habits, наши вот эти вот, что я говорил, мелочности в нашем внутри, our minuscule things within, детали нашего характера, the details of our character, они так не дают нам подняться, they don't allow us to rise. И Бог говорит церкви, and God says to the church, я даю вам власть, I give you authority, наступать на всякую вражью силу, to step on serpents. Это Луки 10, глава 19. It's Luke chapter 10, verse 19. А вот здесь вот в Матфея Иисус Христос говорит. And here in Matthew chapter, что Matthew Jesus says, развяжете на земле, what you loosen on earth, это будет развязано на небе. Shall be loosed in heaven. И когда человек приходит ко Христу, and when a person comes to Christ, когда кается, when he repents, когда признает свои грехи и свои недостатки, when he understands his flaws and his sin, да, говорит, да, Господь, ты знаешь, у меня зависти полная голова. He says, Lord, you know that I am jealous and I am full of jealousy. Господь, ты знаешь, что я лицемер. He says, Lord, you know that I am a wicked person. Господи, прости, каюсь. And he says, Lord, forgive me, I repent. И помните в Деянии апостолов, первая глава, and do you remember in Acts chapter 1, когда Христос уже прощался со своими учениками, when Jesus was departing from the apostles, он говорит, кому простите грехи, будут прощены. And he says, to whom you forgive sins, their sins кому will be forgiven. Кому отпустите, будет отпущено. Who you will let go, they will be free. Церковь, пожалуйста, давайте сами себя не будем связывать. Church, let's not bind ourselves. Давайте, ну, не то, что мы распояшимся сейчас будем такие все вольные, свободные. It's not that we're being so loose and we're free and we're open. Давайте развяжем все наши вот скрытые, то, что мы не хотим кому-то засветить. And let's not be bound in the sense that we're so hidden that we don't want to shine to anybody.
Можно посекретничать чуть-чуть? Секреты. Can we share a little secret right now? Ну, кому нравятся секреты? Поднимите руку. Who likes secrets? Особенно кому нравится, вижу, не очень поднимают. Ну ладно. Я вам верю. I believe you. Было у вас когда-нибудь такое, когда вы кого-то что-то спрашиваете, а он говорит, а сюда не лезь. Have you ever had this when you ask somebody something and they tell you, you can't ask me about that? Мы можем с тобой говорить на все темы, а это не трогай. We can talk about anything except for that. Или еще по-русски, не лезь мне в душу. Or how some say, don't look into my soul. Вы это знаете, да? Оказывается, да, мы все такое знаем. So we know this. Господь говорит, пусти меня в твое сердце. And the Lord says, let me into your heart. Я войду в твою душу, в твою жизнь. I want to enter into your life, into your soul. И Иоанн потом в своем первом послании говорит. And then John in his first gospel he says. Куда пришел Христос? Where God came. Он приносит туда свет. He brings light. И разум. And wisdom and knowledge. И как красиво, как прекрасно жить в свете Господа Иисуса Христа. And how amazing it is to live in the light, in the knowledge of God. Как чудесно, когда в твоем сердце на престоле сидит сам Царь царей, Господь господствующий, Иисус Христос. How amazing it is when on your heart, on the throne of your life, Jesus Christ, Him alone, He sits there and He reigns, He rules. И смотрите 19 стих, что мы с вами читали. Look at Matthew 18:19. Истину также говорю вам. And again I say to you. Знаете, как это по-нашему в наше время звучит? And you know how that sounds in our language? Ребята, честно, поверьте. Look, I'm being honest, just believe me. Что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, that if two of you agree on earth about anything, то чего не попросите, будет вам. That they may ask, it shall be done for them. Знаете, как славяне молятся? You know how Slavic people pray? Господи, ну дай уже этому соседу машину, пусть он уже ездит на своей машине, Lord, меня не просит, чтобы я его подвозил. Give this neighbor a car, let him drive on that car, let him be blessed. А дай мне вторую, чтобы у меня было две. But give me two, I want two cars. Ну это, ну, но Христос говорит, нет, ты, у тебя есть, возьми, отдай свою. But the Lord says, no, you have one car, give it to your neighbor. Ну, Господи, так нечестно. Lord, this is not fair. А честно было Христу оставить славу ангелов и прийти к нам на землю за нас? Fair when Jesus left the angels and came to earth? Давайте я вам скажу, что 19 стих работает только тогда, когда хорошо работает с нашей стороны 18 стих. The 19th verse only works when the 18th verse works first. Мне почему-то кажется, что сегодня я вас заел. It seems as though I have touched a sore spot today. Вы захотите выучить Матфея 18:18-19? Do you want to memorize by heart the Matthew chapter 18? Ну, не сейчас, это homework сегодня вечером. We won't do it right now. Мы сейчас перед праздниками. We are in the holiday season. И не то, что я верю, а мне кажется, что я знаю, что все вы будете завязывать подарки. And it's not just that I believe, I know for a fact that everybody will be wrapping gifts. А было такое, что вы развязываете подарок, а там просто-напросто бумажка? Have you ever unwrapped a gift and it's just paper? Ну, я не имею в виду зеленое с двумя нулями. I'm not saying the one with the green one with zeros on it. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. You know what I'm talking about. Давайте по-честному. Let's be honest. Хочешь что-то подарить? Возьми, подари. If you want to gift something, give it. Честно, чисто. Honestly, truly. Без бумажек. Without the papers. Не заматывай, не завязывай. Don't tie it. Спасибо за сюрпризы. Их в жизни столько бывает. Thank you for the surprises. Life gives many of them. Давайте по-честному. Let's be honest. Открываемся. Господи, вот ты видишь меня. Let's open ourselves up and say, God, you see me. Господи, я развязываю все сейчас скрытые, завязанные узелочки моей жизни. I'm untying all the hidden, all the secret places of my life. И я связываю себя твоим словом. And I'm tying myself with your word.
Не просто обещаниями. Not just with promises. Соломон говорит, что это самое глупое дело. Связался обещанием, все, давай бежи делай. Solomon says this is the most foolish thing you can do is tie yourself with promises. Now you have to go do it. Свяжи себя ответственностью пред Богом. Tie yourself with the responsibility before the Lord. Бог слышит каждое наше слово. God hears every single word that we speak or think. Бог видит каждый наш шаг в нашей жизни. God sees every single step of our life. Давайте сделаем, чтобы все то, что мы здесь на земле сейчас делаем. Let's make sure that everything that we do on the earth. Оно было на славу нашему Господу Иисусу Христу. It will be for the glory of our God, Jesus Christ. Чтобы все дети Его, церковь Его. So that all of His church, His children. Была развязана от всяких негативных вещей. It'll be loosed from all the negative, from all the dark. И была связана для славы Божьей. And will be tied for the glory of God. Для силы Божьей. For the power of the Lord. Для Божьей власти, чтобы была проявлена здесь на земле. For His power and His might to be shown. И особенно здесь у нас на Аляске в Anchorage. And especially here in this church in Anchorage in Alaska. Чтобы имя Господа было благословенное и прославлено. So that God's name will be praised and glorified. Вы готовы сейчас за такое молиться? Are you ready to pray this way? Господь, вот я. Just say, here I am, Lord. Ты знаешь, я, Бог мне. Смотрите, давайте уточним еще раз. Let's specify. Бог говорит не то, что я приду, тебя там поразвязываю. To clarify, not that God is saying, I'm going to come and find you. Что каждый из нас должен развязать. But so that we have to be honest with ourselves and open up. Смотрите, как Павел называет эти вещи. Let's see what Paul Ephesians calls these things in Ephesians chapter 2. Но мы не так познали Христа. But we have not known Christ in this way. Мы познали Христа так, but we have known Christ in such a way, что Он нас спас, вытащил из греха и беззакония. That He has saved us, He has brought us from sin and lawlessness. Снял с нас лохмотья греха и беззакония. He has taken off the garment of darkness. И чтобы мы оделись в одежду праведности. And so that we would be dressed in the clothes of righteousness. А то получается лохмотья греха и беззакония можно снять? Because all the rags, filthy rags of unrighteousness, we can take off. С такой радостью я уже свободен от греха и побежал. And take all the old clothes off and be so rejoiced that your sin is gone and you can just take off without your clothes. Кричат: «Эй, слушай, ты куда голышом? Оденься!» And people are yelling: «Hey, where are you running without your clothes? Get dressed!» Я свободный. I'm free. Есть чудесно. Свяжи себя, возьми ответственность. You then have to bind yourself with the righteousness. Get dressed in the clothes of righteousness. Знай, кто ты есть. Know who you are. Делай то, что ты должен делать. Do what you have to do. Do what you know to do. Чтобы у нас не получилось, как в той притче. Помните, два сына? So that we don't have the parable of the two sons. Иди работай в моем винограднике, отец говорит. The father says, go and work in my vineyard. Не, не пойду, отец. No, father, I will not go. Другому говорит: иди работай в моем винограднике. The father says to the one, go work in my vineyard. Сейчас, папа, иду, сейчас буду работать. Yes, of course, father. Yes, I will go right now. Первый подумал, нет, пойду, буду работать. And the second one who said no, I won't go, thought about it and went to work. А тот: сейчас, папа. But the second one: yeah, dad, I'm going to come right now. I'm just going to go right now. Дети, кто есть такие, когда вас родители просят, иди что-нибудь сделай, зараз? And who of you kids know when your parents ask you, you say, yeah, I'm going to do it right now. Поднимите руку. Maybe raise your hand a little higher. Вы уже сегодня покаетесь, да? You guys will repent today, right? Если папа или мама сказал, иди, ты сразу хоп, пришел и сидел. And when your parents ask you, you're gonna. Давайте мы сейчас за это right помолимся, away. Хорошо? That's what we want to pray about, friends, today. Ой, друзья, я так хочу тоже, чтобы у нас так всегда было, yes, Lord, и вперед. Friends, I wish that we would always be that way, that we would just say yes, Lord, and just go do it. Надо утром помолиться, голова болит, так неохота просыпаться. О, Господи, еще рано, еще 10 минут. You have to pray in the morning, and you get a headache, or you're tired, and you just say, God, 10 more minutes of sleep. Сейчас надо ехать в Иманик, может кого-нибудь другого. And we have to go to Иманик, and we have to go on a mission trip. And, well, maybe we'll send somebody else. Maybe I won't go. Пока еще не ехали, было много желающих. Before we had to go, there's a lot of people who want to go. А когда надо ехать, где же взять хотя бы 6 человек? But as soon as we have to go, as soon as we get the tickets, where do we find the people? Посмотрели погоду. And if we look at the weather. О, там будет минус 10, в Индии. It's going to be so cold and windy. And, О, давай не будем. Maybe I shouldn't go this Давайте time. Сделаем Christmas где-то в июне. Maybe let's just do Christmas in June or something.
Друзья дорогие, но я Friends, хочу просто пред Господом сегодня так покаяться пред Богом. I want to repent before the Lord. И себя так связать, Боже, дай мне силы и мудрости. And bind myself with the Lord, say, God, give me the strength and the wisdom. И вот как Павел сказал. And just as Paul said, я умер для себя. I've died to myself. А живу для Бога. And I live for Christ. Хорошо тебе, Павел, говорить так. Paul, it's easy for you to say. Если время. But if you lived in our time. Если бы ты попробовал, как вот на Аляске. But if you tried how what it's like to live in Alaska. И вот когда надо пастыря найти в церковь. And when you have to find a pastor for a church. Боже, найди кого-нибудь другого. Lord, just send somebody else. Я хочу, друзья, чтобы мы сегодня среди нас были люди и сказали: "Yes, Lord, я готов". Friends, I want us to have people amongst us that'll say yes, God, and they just go. Давайте мы встанем просто и пред Богом покаемся. Let us rise and repent before the Lord. И попросим Божьего Божьей силы и Божьей мудрости. And ask God for His strength, for His wisdom. Аминь. Amen. Молимся, церковь. Friends, let's pray.